Снимать нельзя? Почему? Это чем-то законом запрещено? Законом? Ваши правила должны соответствовать законам, знаете? Запрещает снимать мне. Ты же никого не снимал, ты сам. Ребята, хотел просто записать начало для видоса, а меня тут уже прессуют. Это уже третий видос. Мамочек, пойдем. Да. А что? Да нет, я не хочу ждать. Я не хочу ждать. Вот, ребята, я встретился. Вот Арсик. Вот Муман. Сейчас мы идем на эту заброшку. На улице сейчас очень холодно. Ребята, ставьте лайки. Дикая охрана там. Да, там, ребята, охрана вообще жопа, короче. Вот такая прям большая жопа. Ладно, все, ждем. Мы пришли в это место. Че, ребят, погнали? Погнали, вот. Видел? Стоп, 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 подожди, подожди, блин, стой! Ну там же, где на охрану или на охрану какой-то, я здесь обожаю. Да тихо! Попали мы на такую заброшку. Сейчас будем смотреть, что тут есть, что осталось, что не разграбили. Хотя, наверное, тут уже все разграбили. Куда-то пропал наш друг Омар. Надеюсь, его охрана не спалила. Если его споймают, это пиздец. Да, мусора уже. Это надо потом его спасать. Что там? Что там? Я там внизу охрана спалила. Охрана спалила. Я боюсь, что его... Не, я убежал. Убежал? Да. Что ты, ничего не слышал был? Не, я там внизу лежу. Он увидел тебя? Нет, я вот так шел, думал, тут там есть. Вдруг, думаю, дети здесь гуляют. Он шел, и там, он был, короче, в военной форме. Я испугал, убежал, он за мной побежал. Он в военной форме, да? Да. Чоп. Бля. Сейчас, походу, ментов вызвал, да? Наверное, не хотелось бы, чтобы ментов вызвали. Да похуй, он один нас не поймает, нас трое сегодня. Чё, если в крайнем случае... Не, реально... Ебать, там камни. Не надо стоять, пожалуйста. Вы что так пугаете? идет быстрее, давай. Все, мы сдаемся. Все, мы сдаемся. Мы сдаемся. Ментов не будете вызывать. Пошел в жопу. От охраны, типа, замутили так, а мы сдаемся, и он залазит, и вы, короче, убежали, спрыгнули. А Мурбек, бля, остался. Так, где Мурбек? Бля, он на крыше. Он мне сказал, что он спрыгнуть не сможет. Он же за мной спрыгнул. Ты же вообще не прыгал. Нет, я за тобой прыгал. Бля, надо вернуться и найти. Мы друзей не оставляем, так что будем идти до конца. Ну, лучше принести втроем, да? Ну. Чем его оставить одного. Че, пошли, давай за ним. Все, отключаюсь. Потом увидимся, когда я уже выйду. Я так устал. У меня болит печень, потому что я давно таким не занимался. Но это реально топовый побег от охраны. Ставь лайк, если понравилось. Продолжение еще будет. Я буду ходить на другие заброшки. Главное, ребята, не повторяйте. Все, до встречи. Пиши комментарий. Все, давайте.